Да здравствует мир и достойный труд! Да здравствует единство, солидарность, справедливость! Встречать 1 мая профсоюзы решили патриотично. С шариками цвета российского флага и агитационными плакатами они прошли по проспекту Ленина. Демонстрация состоялась впервые после разгара пандемии. Кстати, митинг посвятили поддержке российской армии. А это уже площадь Советов. Здесь для желающих проникнуться трудовыми буднями спасателей устроили показательное выступление с тушением автомобиля, провели мастер-классы и выставку пожарных машин, современных и ретро. Мероприятие мы проводим уже больше 15 лет. Стараемся каждый год, к сожалению, предыдущие пару лет, когда все-таки пандемия еще развивалась, поэтому мы ограничили свои показы и возможности техники. В этом году, как видите, нам даже погода помогла. Приятная солнечная погода, прекрасный город, весеннее настроение у людей. Несмотря на то, что такое мероприятие для барнаульцев давно не в новинку, желающих посмотреть на пожарную технику, спецодежду и тематическую выставку рисунков было немало. Что больше всего понравилось? Да все, в принципе. Все было эффектно и интересно. Матвею больше всего понравилось, именно как тушили водой. Старший ребенок у нас очень любит вот пожарные машины. Решили показать, на каких раньше ездили, какие сейчас современные автомобили для МЧС. Что тебе понравилось? Понравилась техника. Пожарная и старая техника пожарная понравилась. Все показательно, все прекрасно здесь. Что вас больше всего впечатлило, что понравилось? Да что понравилось. Вот искусственное дыхание, например, делают здесь. Так вот пальцы замочек. Вот, молодец. Здесь пальцы, вот теперь ты основание моей ладони вложишь, да, и начинаешь качать. О, молодец. В мастер-классах участвовали все, и взрослые, и дети. Разнообразную программу по оказанию первой помощи провели студенты Барнаульского базового медколледжа. Проведение непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Естественно, возрастной цензор учитывается, то есть подход разный к детям, подход разный к взрослым. Здесь у нас мастер-класс по остановке кровотечений и иммобилизация при переломах. Также мы представляем первую помощь при ожогах и отморожениях. Ну, ожоги сейчас вообще актуальны летом. Они как бы всегда актуальны. А что больше понравилось? Жгут накладывать или качать сердце? Качать. Теперь сможешь спасти человека? Ага. Делать искусственное дыхание научилась? Тебе понравилось? Да. Ты сможешь теперь помочь людям? Да. Что тебе больше всего сегодня понравилось? Машины. Она сказала, что она вырастет и будет пожарной. Вот так вот впечатлилась. Да. Концерты, выставки, развлекательные программы в парках. Погода празднованию исключительно способствовала. Завершился 1 мая как никогда ранее праздничным фейерверком. Очередной будет уже 9 мая. София Яценко, Андрей Печоркин, «День с толком».